трудности есть, но предприятие уже крепко стоит на ногах. Современное оборудование и производимую продукцию губернатору продемонстрировал Ивановский комбинат детского питания. Каши, пюре, соки, десерты. Руководство заверяет, что местная продукция ничуть не уступает аналогам из Европы. Ежегодный контроль качества выпускаемых продуктов проводит австрийская фирма. Но если вспомнить, история комбината очень непростая. Начинала строиться за государственные средства, потом долго достаточно стояла. Потом был поиск инвестора, потом инвестор нашелся, стал строиться и вошел в стабильный режим работы. К линейке продуктов «Умницы» добавилась еще одна – «Сами с усами». Для рынка это новая продукция. Для ее раскрутки потребуется время и, конечно, финансы. С последним на предприятии не все гладко. В конце прошлого года установили новую фасовочную линию, а вот зарплату сотрудникам выплатить не смогли. Ну, к сожалению, есть, потому что вы слышали, инвестиции достаточно большие. Вот, где-то около месяца, да, задержка есть. Но в планах компании все-таки выйти после запуска и, в общем-то, организации торговли, когда у нас начнется уже возврат. Я думаю, что мы стабилизируем, не думая, я уверен в этом. Предприятие позиционирует себя как одно из самых современных своей отрасли в стране. Поэтому его можно считать перспективным. Ивановскую продукцию едят дети в России, Казахстане и Белоруссии. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.